Валим у мяча. Игрок стандарта. Вне игры нет. И вот он, Вильмотс. Вильмотс открывает счет. Сборная Бельгии впереди. Ну и вот я говорил, и мы это видели с вами, что когда мяч поднимался над штрафной сборной Японии, очень трудно было защитникам японской команды. Красные дьяволы повели в счете. Ну а Вильмотс забил мастерски. Ну не случайно он лучший бомбардир команды. Вот смотрите, сейчас падение через себя. Вот мне игры есть или нет? Нет, нет. Чистый гол. Здорово. Марк Вильмотс, игрок Шальке 04, игрок сборной Бельгии, выводит свою команду вперед. 1-0. Да. Теперь